Ну и к другим новостям. Подмосковные инспекторы Госсанэпиднадзора продолжают следить за зимней уборкой железнодорожной инфраструктуры. Так, в ходе операции «Безопасные ступени» сотрудники территориальных отделов Главного управления ведомства проинспектировали расчистку 75 ЖД-объектов. Операция «Безопасные ступени» проводится, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителям на объектах железнодорожной инфраструктуры в зимний период. В первую очередь инспекторы проверили те объекты, на которых постоянно наблюдается большой поток людей, а также места повышенной опасности. По итогам проверок от снега и наледи очищены 11 пешеходных переходов через железнодорожные пути, более 20 наружных лестничных пролетов. Кроме этого, налажена зимняя уборка 15 ЖД-платформ и 8 станций. Также по предписаниям рабочим пришлось убрать наледь с крыш 6 зданий, очистить более 30 объектов и подходов к ним. Стоит отметить, что ответственным организациям выписаны штрафы почти на 1,5 миллиона рублей и назначены 8 предупреждений. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.